Казахстан провел переговоры с «Газпромом». Перспективы взаимодействия с российской энергетической компанией обсудил первый вице-премьер Роман Скляр. По информации пресс-службы «Газпрома», стороны в том числе обсудили вопросы по транспортировке и поставках газа. К слову, в январе правительство Казахстана подписало с компанией двустороннюю дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли. А летом «Газпром» и «Казахгаз» договорились об оказании услуг по транспортировке газа из России через нашу страну в Узбекистан. В начале июня российский министр энергетики заявлял, что обсуждение по созданию газового союза между тремя странами продолжаются.